Всем привет, ребят! С вами Дэн Соул и Дейл. Здравствуйте. Всем привет. И я. Фишка в том, что с прошлой серии у нас отживали машину, вот здесь, которую мы оставляли. Motherfucker, bitch! Кто-то ее... Это что? Это где вообще? Ты слышишь? Это в доме, походу, свои. Это кто-то вообще наяривает там как сумасшедший. А он, его сам... убили! Его убили? Ё-моё! Давай возвратку поможем. Да-да-да, пойдем поможем. Убьем этого пацана. Их, значит, там много было. Быстрее. Были бы с эмками, а там и с луками по хардкору. Дэн, выйди, сос. Пойдем быстрее. А где он примерно, интересно, умер? У хаты. Прямо около нашей хаты. Он слышал, он стрелял. Не умрите только от этого. Не просрите этот лут от машинный. У меня-то винтовка, я не смогу затащить, а он с эмкой будет. Вот в чем все дело. Дэн, помогите, пожалуйста. Его, нет? Тут пацан. Где он, где он? С луком стреляет. Помогите, пожалуйста. Где он, где он, где он? Дэн, помогите. Дэн, он тут, вот он, да. Сзади, сзади. А, нет, это вы. Хоров, не убивайте, он там где-то с луком стрелял в меня. Вон снизу еще какой-то бегает. Ты убил этого пацана? Опа, нахуй, пацаны. Меня снизу Санта убил. Снизу. Снизу Санта убивает. Кто там с дробаша наяривает? Не умрите. Эти детали для машины и сражайтесь спокойно. Одного убил. Да-да-да, кстати. Там еще двое. Где? Вниз убежали. Вниз? Блин, эмку-то забрали, понимаешь? А где этот Санта? Я не знаю, его кто-то убил или нет? Да он дома уже свалил, по-любому. Ну все, погнали тогда за машиной. Да, прям. Во, какой-то чувак возле дома бегает. Слышишь? Возле дома хорового. Так. Все, погнали тогда отсюда. Во, да, а, это он. Это мы. Окей, тут этот Санта меня убил, я эмку забрал. Вот он с эмкой. Все, забрали, убили. Хорош. Забирай эмку свою. Я в него попал. Мы тебя кроем. Эмка? Братишка, ты эмку забрал? Да. Все, хорош. Погнали тогда, уходим. Все, нашему подписчику помогли. А, подождите, смотри, у меня этот, опять ФПС стал шалить. Я-то думаю, что-то там так. Подожди, у меня ФПС стал шалить. Да, опять начал. А во, F2 мне говорили, помогает, реально помогло, смотрите, лечение от лагов. F2, долбишь как больной. И все, все, убегаем. Погнали. Смотри, вы меня не любите. Вот почему меня никто не любит, блин, ребят? Ну, вот покажите, как вы меня любите. Поставьте лайки вверх, чтобы все эти хейтеры просто растворились во сне. А то, блин, такое ощущение, что заходишь на сервер поиграть, и все хейтеры играют. Ну, где вот? Вот, допустим, Хоррова поселили рядом с нами. Он говорит, я буду вас защищать. Реально, пацан отстроил один огромный дом. С эмкой бегает, все нормально. Не знаю. Значит, может быть, это завистники. Какие-то такие люди. Кстати, этого Санта убил, он обоссыш. Сзади кабанчики всякие бегут. Нам нужно эту машину забрать, темнеет уже. А вы что-то там растерялись, по-моему, когда начали там наверх запрыгивать. Смотри, что-то Дэн Соло, чувак с лука стреляет, он даже не понимает откуда. Да. Боялся, видишь, по своим попасть красиво. Ну да. Все, идем. А ты думаешь, мы сейчас в РТ встретим тачку, которую у нас украли? Ну, я знаю даже, что будем брать. Это будет тогда круто. Она трехместка? Да. Отлично. А этот уже не живет, да, получается, сосед крутой? Который знаю, он квадрик играет, красивый. Но это не его дом. Ну понятно. Там квадрик, да, кстати, стоит. До сих пор? Да, да. Смысл от квадрика. Вот ты на квадрике едешь, один выстрел с винтовки, до свидания. Куча выстрелов с эмки, до свидания. А колесом просто стреляешь и все. Ну, да, кстати, а с эмкой по колесам сколько? Сейчас подождите, я накручу быстренько. Ничего не видно. Так что, колеса же рвутся сразу. Так что вот, в общем-то, дело в том, что я вроде кому, никому и не вредил, никому вреда не нанес. А почему обзываются, я не понимаю. Почему Дэн Соло они на меня обзываются? Может, без понятия. Может, вы там издеваетесь над ними, когда я в офлайне? Как он узнал? Олег. Все, отгадал, да? Вот, значит, кто мешает моей тиме. Так, холод попер, 6 минут, успеем. Здесь еще дома такие опасные. Не, ну те же куртки, как не у нас, окей. А, у вас пуховики? Подожди, у меня вообще не куртка, у меня шляпа. Это печально. Она сейчас быстро тачку пройти. А ты костер не взял?
Нет, я думал, мы просто тачку возьмем домой, вернемся. Понял. Ну давай, 5 минут, я думаю, мы успеем. Вообще, у нас сейчас задача машину какую-нибудь найти. У нас все эти-то внутренности остались, просто у нас гаража нету. И что-то делать с гаражом, чтобы его закрывать, потому что это не дело. Хейтеры будут специально тачку его забирать, реально. Это же реально, вот у тебя тачку забирают, и ты вынужден искать новую с ресурсами. Это уже, считай, минус огромный. Поэтому мы для нее какой-нибудь бункер в любом случае сделаем, потому что так не дело уже. Либо мы сейчас машину привезем, поедем на рейд, потому что Чип с Дэном сказали, есть дома, которые можно бахнуть. В прошлой серии у нас сишки остались, они забрали их. Либо мы просто построим сейчас гараж и все. То есть два варианта у нас есть. Но я думаю, мы, наверное, поедем бомбанем, да, кого-нибудь? Угу. Так, смотрите, вот тачка, но ее, наверное, как-то вытолкать нужно по-нормальному. Как может? В этом РТ трехместная тачка. Ё-моё, а как ты ее собрался выталкивать? А что, давай это... Она тут проедет, нет? А, подожди, поставь все на нее. Я сяду за руль. Я как мастер-водитель. Прям едь, вот так она выйдет. Сейчас попробую. Подожди, сейчас. Отойди. Опа-на. Колеса. Тихо, отойдите. Давай сейчас местами поменяем колеса. Кстати, точно. Въедь, да. Давай. Вот вы мутите зло. Это вы так местами меняете? Давай. Затолкает туда что-то. Не-не-не-не-не-не. Отходите, я знаю еще как выехать. Отойдите. Оставьте так, пофигу. Я лоурайдер. Отойди, сейчас налево поеду. Да, ну там, видишь, эти большие трени. Нормально. А, блин, вот эти шляпы. У тебя большие колеса, по идее, должен проехать. Сейчас попробуем. Это лоурайдинг, ребята. Отойдите. Все, здесь проехал. Вот, сейчас выйду, по-любому. Сейчас будете менять колеса. Потому что передок проедет. Давай! Теперь на жопу надо поставить. О, хорош. Во! Все, поехали. Да можно было так оставить. Оставь так, поприкалываемся. Не-не-не, там ветер задний бьет. О, поехали, этот олень бьет. Поехали. Ну че, ё-моё. Блин, так бы прикольно было на лоурайдинге. Так, мы сейчас домой едем, по дороге сюда? Да. Ох, как классно она дрифтует на этих колесах дрифтовских. Вообще, еще бы два найти. И было бы круто. Ты видал, что я делаю? Я просто боком наваливаю. Будь осторожно, потому что те же чуваки... Кстати, точно. Вот это самая печаль. А у нас, смотри, по защите ничего нету, кроме как Денчика. Когда они ведут какой-нибудь пулемет или какую-нибудь задницу, из которой можно было бы стрелять? Потому что, как бы... Что такое? Едет. Прям на эту гору заезжай. Все, на гору налево заезжай. Давай. Это я в чего врезался? Какую-то шляпу. Может быть, я... Тихо. Понятно, давай-ка, может быть... Леса, забирай все это дело. Давай, я заберу. А, ты забрал уже? Все, пойдем. Да, сейчас... Блин, сейчас там нас могут убить, понимаешь? Там нас могут убить сейчас. Всех убиваем. Давай. Хорова убиваем, покажи. Там с пайпухи сразу могут сандалить. Смотри, Санта. Санта они всякие. Пришли, кстати. Наяривайте их. Всех наяривайте. В дом уходите просто, да, все закидывайте. Сверху из дома перестреляем. И все. Положите... Я никого не вижу пока. Тоже. Там под домом, походу. Под домом, думаешь? Угу. Да, вот... Да-да-да-да-да, смотри, они да-да-да-да, на подъеме как раз. Ровно на подъеме. Давайте подождем, тут спрячемся, они подойдут, и мы... Можно в натуре, если топать не будем, они не поймут, что мы дома. Там бегают, смотри. Да-да-да, их этот... А, идет с Эмкой, трое их где-то. Они на подъеме, поднимаются, один голый с Эмкой, другие двое сидят. Положите все ресурсы в этот, в дом. У нас же, если что, есть Эмки, которые мы набрали. Можно будет на контролах попробовать в раш пойти или что? Блин, у нас хорову может слить тогда. Но я их вот не вижу. Но они сидят там реально в засаде. Сидят. Я видел. Прям видел, как они туда бежали с Эмкой. Под горой этой. Да. Они ждут, когда мы пойдем и быстренько хапнут у нас что-нибудь. Слушай, а если на машине подъехать вообще сзади горы, за сишку и ехать через эту субмарину? Чтобы вообще беспалево было. Нам что нужно... их не видно, да?
Ну, я вот не хочу идти в атаку, потому так что... красиво кусты выросли, и не видно ни хрена. Да-да-да, они как крысы там все. Во-о-о-о, есть один, есть перебежками. Попал по нему. Хорош. Тихо. Блин, это Лада седан. Мы спалились. Мы спалились, убили своего. Тихо-тихо, Хорова пошел на разведку. Ой, идут, я вижу. Идут, да? Убил одного. Да. О. Топ-Санта был убит гипотермией. Пойдем посмотрим тогда, если кого-то там гипотермией завалило. Там один должен быть или двое максимум. Ну, во-во, кто это? А, это свой. Хорова, ты? Да-да-да. Пойдем чекать. Они убежали куда-то туда, в ту сторону, куда мы сейчас бежим. Они, слушай, они здесь живут, в этих мелких домах, значит. Прилута куча. Здесь их не затем, да. Забирайте ресы, какие есть. Что, если найдете? Вот этого вот. Где-то дом рядом. Ну что, тогда пойдем ресурсы брать? Да-да-да, пойдем и поедем. В смысле, где-то дом рядом? Вот их на скале дом, вот этот здоровый. Да, это большой. Да-да-да, это их дом. Окей. Они же обиделись за ту серию, когда я к ним просто как бомжам запрыгнул, все украл, и даже никуда не ходил. И все, они начинают вот эту задницу устраивать школьную. Че, говоришь, не брать? Покушать надо, пуховик мне, наверное, надо вынести, да? А его нет у нас лишнего. Печальненько. А как мы тогда поедем? Тогда берите костер, греться придется, я не знаю, что делать. Да, я тоже думаю. Тотем еще взять на всякий. Тотем, да, обязательно. Дэйл, пусти в хату. Дэйл, пусти в хату. Ты ресы на подстройку. Дэйл, пусти в хату. Ты давай дефай какую хату, зачем тебе там в хате? Ты просто дефай, как по мужик. Вон бежит чел, вон бежит чел. Где? А не с вами, мы вроде сможем скрафтить. Сейчас будет подниматься. Сможете, мы пока дефаем. Патрончиков чуть-чуть, если есть, возьмите. А где шкура есть? Шкура нужна где-то будет, там в большом количестве. Где-то 20 нужно. Еще много надо. Это Лада, по-моему, это Лада седан. Это свой, типа. Прикинь, я настолько далеко стрельнул, что по чуваку попал. Вот это жестко. Двоечка, 8 всего. Два раза попал, нифига себе. Ведь это долго. Десятку надо еще. Убил! Фантика! Нормально. Вот там вот он вообще на поляне бегал. У нашего этого чувака спросим, может у него есть какой-то тёплый. По кому-то бьют. Ну и чё? Блин, нечаянно. Это ты что ли? Я пока сишки возьму. Давайте, и уезжаем отсюда, здесь уже жарко становится. Угу. Сидишь, Микеланджело пишет, тут хочу его зарейдить. Ага. Так, у меня, блин, этот упал фужер на клавиатуру, и выпала капелька, а там было детское шампанское. Это поворот. Ой, блин. Погнали, ну вы что, вы долго будете там собираться? Прикинь, я занёс, 15 минут написано. А чё я не отхожу-то? Огненную яму скрафтить? Да-да-да. Да-да-да. Можешь взять, можешь скрафтить, без разницы, нам надо ехать уже. И главное, чтобы эти бичи. Я не понимаю, в чем прикол, почему они ходят с... Опа, нас копьем кто-то идет. Попал по нему. Хорроу идут. Хорроу на подъеме будет. Так, рез на подстройку я взял. Угу. По мне стреляют откуда-то. Откуда? Не знаю. Но стрельнули, пол хп снесли с винтовки. Нормально. Вообще не понимаю, откуда. Откуда-то с винтовки наяривают. Надо уезжать быстрее отсюда. Чё, костер взял? В зиму надо валить. Костер нет, и ты ж хотел взять, сделаю. По-страшному. Сделай его, по мне кто-то попал. Ещё не забудь взять топливо. По мне кто-то с винтовки попал. Это я тут. Не знаю. Убили что ли? Ты железо взял? Нет. Опять я Ладу седан убил. Блин, мне... железо. Патроны возьмите мне, пожалуйста, мне 24 осталось. Я сейчас скрафтим еще. Хорош. Я вообще не понял, откуда по мне стрельнули, пол хп снесло. Я пока здесь бегаю, но надо аккуратно уходить. Возьми секрет. Секрет? Ну, да, понял. Секретки. Секреточки? Значит, откуда-то долбит вообще непонятно. Но я просто на видном месте на скале, понятное дело. И еды кто-нибудь может взять? А еды, блин. А апельсинов? Апельсинов только. Угу. Только ты огненную яму сделал, танцол? Чё-то не могу апельсинки посадить. Делаю. Ага. И уголь, главное, не забудь. Блин, да. Тут столько апельсинов.
Да-да-да, забирай мне похавать. Ты кто? Меньше Седан, это ты? Я подписчик. Как твой ник? Нет, такого я не знаю подписчика. Я думал, это Лада Седан. Так что аккуратно, они где-то здесь могут быть. А ты как так это быстро построился-то? Красавчик вообще. Один. С эмочкой. Вообще батя. Он же здесь жил все это время. Да? Да, ты что, не видел? Ага. Маленький, маленький домик. Чё было? А, ну, дома, понял. Я тебе еду скину. Давай, а это, патроны возьмете мне? Да, вроде. 20. Я возьму, возьму. Все, хорош. Захожу в дом. Все, спасибо. И погнали, наверное. Да я по дороге, наверное, поем, потому что сейчас долго это все. Кто-нибудь будет рулить, я буду сидеть и наблюдать. Или я буду рулить, а ты будешь говорить просто. Давай, давай, пойдем, я буду рулить. Давайте рулить, да, будешь. Да, да, да. Опа-на. Тихо, тихо. По нам херачат. По нам херачат. Да они нам дадут выйти или нет? Идут, идут. Убил одного. Видел. Так, где-то еще там. Еще, да, да, какие-то пампушники, эмочники. Лови патроны. Ах, где ты? Где ты? Вот, давай, вот, давай, вот, давай, сзади, давай, вот, давай, давай, давай. Скатились. Все, понял. Все, взял. Все, можно ехать. Ну все, давайте поехали. Давай, да, поехали. Надо уезжать отсюда. Здесь какой-то вообще беспредел. А сишки-то взяли? Нет. Да, все взял. Все, хорош. Все, отлично. Только не просрите ничего. Надо аккуратно выходить. Потому что здесь пампуха. Понятно. Че, на пайпухе на емке они? Да, походу все. Че подобрал? Ты где? Ты так где? Мы около сидим уже. Ага. И подходят они. Блин, а мы уже на в тачке сидим, как бы. Тебя вы ждем. В тачке сидите? Лох. Ну, да. Иду. А я вас жду. Спускаю, спускаю. Кто-то лук натягивает. Кто-то стреляет. Да, прикрою. Давай, давай, давай. Все, 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 забей, уходим, уходим. Все, да, забей. Сейчас сяду, уезжаем нахрен отсюда. Мне уже страшно, блин. Все, просто сваливаем. Бесит эти хитерочки. Хитерки. Смотри, я в машине танцую. Да садись ты, ё-моё. Вот. Баг был. Все, сваливаем. Я думаю, я правильно еду, да? Да. Это хорошо. А стоп, зиму же мы, да? Да. Левее это надо брать, значит. По там дороге надо было. Ну сейчас вот так вот поедем, и я потом покажу, куда что. По дороге надо было, да? Опа-на. Что это такое было? Как будто по нам кто-то стрельнул разок. Копье торчит, я же говорил, копье, смотри, Дэйл слева кто-то воткнул. Ты настолько отчаянный, воткнул. Это тихо, 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 тихо. Че за беспредел? Чувак стрелял там сзади, видишь, стоит. Ну-ну-ну-ну-ну. Будем его стрелять? Давай его убьем, попробуем. Где он? Да не, давай лучше. Сейчас. Он же с луком. Где просто он там? Не знаю, может ли он проколоть нам красиво резину. Может. А где он? Я не вижу его. Все, уезжаем. Где-то, походу. Да что он творит? Я просто сейчас вижу его. Сейчас, покажу, что. На него плювок согрелся. Все, убил. Подъедем, заберем. Давай. Чувак стрелял так отчаянно, вышел один. О, смотри, что пишет в чате. Не, реально, стрелял. Подбирайте кто-нибудь лук. Где эти золотой топор? Забирай. Больше ничего брать не буду. Все, поехали. Идем в моё. Что такое? Кто-то стукает. Это плевок, что ли, залагал? У вас тоже был такой звук? Дэн там выгорают, заливаются. Не, чуваку просто влетело. Бдинг! Поехали. Реально как будто что-то бьет. Ты не слышишь? Дэн, это ты! Хорош лупить по машине. Сидит там, заливает. Смешно ему. Он по тачке лупит. Молодик. Чё? Да, вообще прикольно. Эй! Полегче! Дербашок, бум! Фига ты! О, нифига дрифтует, вообще красотка! У тебя какая прикольная хрень, можно прям с машины стрелять. Ну она это, по-моему, не целится же, да? Да, она никуда не попадает. Да. Все, так что едем.
Я вижу от первого лица сижу ты такой блатной с интерезом в правой руке. Такой, а че она, где чушки и проблемы? Давайте проверим, встаньте прям возле дерева, вот как-нибудь. Давай. Мы почему в пустыню едем? А куда надо ехать? Я думал, в зиму, типа. Опа, на, проезжаем эту штуку или обратно? Ну давай, проезжай. В принципе, тут два дома было, можно посмотреть. Давай. Смотри, точно, здесь же всяко залут. Ну, вон дом впереди, это ты про него? Нет, тачка какая-то. Налево, направо? Налево. Налево, так налево. По-любому здесь кстати, дома... как-нибудь, мне интересно, вот первого лица стрелять, если там могу, будет круто. Нет, нельзя же еще. Я копьем целюсь, офигеть. А, это ты копьем сандаливал, да? Да. Я думал, кто копье кинул. Ой, лол. Аж жарко. Слушай, у нас может, а у нас поедем? Крем есть? Нет, мы сейчас сдохнем тогда. Собирали. Я взял себе два. Куда ехать, скажи? Да, вот так едет, так. Вот так? Да. Все. Там радиации нет, ты чего, мы сдохнем, разворачиваем. По дороге опять обратно? Там не успеем проехать. По да. дороге обратно? Может, я сядет за рулем, знаешь, заедет. Давай в зиму, короче, лучше туда. Давай в зиму. Ты просто говори, куда ехать. По дороге мы обратно уезжаем, и там где-то направо чисто надо будет, по да? Дороге. Направо сейчас. Ага. Опа-на. Ты чё там выключаешь всё? Если честно, а тебе где мечи войти? Их сейчас двое онлайн. Какие? Которые в зиме живут. Их двое онлайн, у них у каждого есть бабушки. Будем их бахать? Я думаю, будем. Можно. Их может быть дома не быть. Но мы по-быстрому наставим. Да, ну там видишь, что у них дома каких-то стоит. И то есть я понять не могу, который лучше. Ну, была не была, как говорится. Сейчас нам направо, да? Ну, просто как обычно в зиму ездим, у второго РТ, короче. А я не знаю, как в зиму обычно ехать. Сейчас куда? По дороге. По дороге. Направо можешь. Давай направо повернем, чтоб никто давай. Не видел. И здесь прямо валим, да? Да. Понятно. Главное мне не замерзнуть, вот что. Сейчас куда, левее, правее? Левее. Опа, на, чувак быстрый какой-то. Дом, давай посмотрим. Чувак какой, давай его убьем. Два. Двое их? Двое. Валим. Одного убил. У него оружие было. Да-да-да, вон он бегает в кустах. Хорош. До свидания. До свидания. Эмка. Эмка. Хорош, забирай. Он по мне даже разок попал. Огненная яма, супер. Хорош, а у этого что? О, пампуха у него. Кому кушать надо? Пампуху забрал, не знаю. Все, поехали дальше. Я по кому-нибудь сейчас из машины выстрелю из заднего сиденья. Может, если реально можно стрелять? Да нельзя круто. Стрелять, нельзя. Да можно. А ну давай, стрели в меня. Давай. Давай. Зайти тут она как бы. Нет, не, видишь, ты в тачку стреляешь. Вперед только. Поехали. Ну, окей. Смотри, здесь чуваки какие-то шли, и это... И куда они шли? Золотой... Вот этот дом, что ли, ты имел в виду? О, нет, я этот дом не видел. А что за дом? Давай зарыженный, кстати. Зарыженный, а думаешь? Не, по-моему, нет. Нет. Давай посмотрим, да. Что за дом? О, качалки работают. Мне кажется, стоит интересненько. Попробовать. Натуре. Это не они, случайно? Тут лут. Без понятия. Лут? Бахай, бахай. Че, будешь зажигать, Лего? Давай мне, давай, давай, я давай. Я сейчас ничего не вижу, но тут как бы ящиков куча. Где ящиков куча? Сейчас покажу. Просто покажи, где, да, я туда бахаю. Если что, вместе со вторым этажом, вот давай. Тут ящиков да. куча. Все, ставлю. Бабах! Потому что качалки работают не спросят. Готовьтесь, это могут быть они. Там ящиков куча было, сейчас угу. все это взорвется. Жесть. Готовьтесь. Готовьтесь! Это любимая пипикалка. Пик, 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 пока. Это вам не раз, да? Да. У меня уже полный инвентарь этих чуваков. Бам. Лут. Лут, качалки, тотем, ремув. Ремув. Здрасте. О, посмотрите, посмотрите, что. Куда, куда? Куда ящики, смотри? Посмотрите. Я не могу правый ящик, он не открывается, белый. Да, смотри, вот это. Какой? Не открывай. А чё? Это те чуваки, их пятеро играют. Ремувай быстрее, камня здесь много, все в тачку, ребят. А багажник в мире? Да. Там должен быть гигантский багаж. Багажник. А ну-ка, давайте я поремуваю. Ремувай, вот, главное. Ремувлю. Я в багажник все это складываю. Это выход, нет, открывай. Подожди, багажник не складывается, что делать?
Блин, ну сейчас себе можно... значит. Я этот тем переставил. А, значит, он без багажника, да? Переставил, да? Да. Здесь в принципе, лук, можем застроить сейчас. Вот качалки тут. Ой, здесь этот беру, как его, пуховик. Все, сейчас пуховик одену. Все, я в пуховике. Четыре колеса тракторные. Охренеть, видел, давай, да? Ставь тракторные колеса. А где я не вижу? А во, вижу, ё-моё! Да-да, что там? Ё-мо, там вообще! Жесть! А давайте там пока что просто это все застроим. Давай этот, ну, застроим, да, их выгоним отсюда. Обалдеть! Всё, они уже... А ну-ка, всё, это весь дом, что ли? Походу. Да. Тут 20, кстати, так мы можем закрыть их, они не появятся, мы можем этот дом себе забрать. Другой лучше построим. Они не, понятное здесь... дело, да, ну, другой. Но я имею в виду на всякий пока пожарный. Тракторный оденьте пока что на машину. Да-да-да, тракторный. Все, я ее покрасил. Эту машину нельзя отдавать. Металла куча. Я есть краска? Выкидываю. Краска. О, блин, это топ. Краски нет. Просто топ. Вот это классный дом. А жесть лута просто. Такой безобидненький, где-то в жопе. Тут курточка была такая теплая. Сейчас надел? Я сам переложу этот... Как его? Просто закройте. Главное, закройте. Вы можете здесь лучше сохранить. Построй этот маленький кибитку. Блин, у меня какие-то лаги, он открывает и закрывает сразу лут. Что за байда? Бывает. Попробуй сидя открыть. Сейчас. Поставьте колеса тогда кто-нибудь. Сейчас поставлю. Давай. Галоши классные, нифига. Галоши. Есть камень у кого тут? Блин, да, там было куча камня. Там его куча. Всё, просто. Ништяк, места тачка, нету сейчас. И она все дрифтовые? Они все дрифтовые. Я без понятия сейчас. Сейчас посмотрю. А, это квад... У меня вот опять лаги. А, вот, сейчас, все нормально. Сейчас бензин. Сэнд Хоппервелл. Нет, это обычная сзади дрифт. Ну ладно. Не страшно. Слушай, сишки здесь оставляем или домой едем? Можно еще, в принципе, найти. Можно... Да, можно по дороге, о которой вы говорили. Смотри, у них до сих пор работают эти качалки. Надо тотем снести и сюда поставить. Это просто вообще. Главное закрывай, чтобы они это не попали в свой дом. У них тотема нет, в дом они не попадут вообще никак. Все, это наш дом. Тотеме надо зарегаться. Ну поставлю отсюда отдельно тотем от дома этого. Давай. Ну столько камней еще. Вообще там камни завались. Сейчас зарегаю. Нормально, да, такое? Вообще. За одну сишку, в принципе, я купил. Ага. Ни хрена себе купил, ты прикалываешься, что ли? По сути дела, купил и не окупил, и это не окупил. А считается, когда ты, блин, получаешь это еще. Да. Как бы детонатора не было и немного не окупило. Но мы зато... зачем ты мне сейчас все испортила? Мы зато могли две тачки, мы можем две тачки уже, типа, сделать. Открой дверь, я... Ты закрывай это, сейчас бочки пропадут эти с лутом, и все. Да, а тут уже нечего, наверное, брать, да? Нет, там, смотри, еще в этом. Холодильник. Ух, ё-моё, пёрышки тут. О, стрелы выкидываю я сразу. Не надо мне никакие стрелы. Там же был металл, пёрышки. Да? Металл, не знаю. Да, металл 232. Скрасите ящики и поставим сюда. Открой дверь, Дейл. Так, 244. А, нет, это не блин, камни столько. Можно обустроиться просто, обоссаться. А мы сейчас ящики скрасим, все сюда положим. Бегут свинтусы. Открыл шкаф. Мочи свинтусов. Скрасите там эти шкафчики. Фига у вас золотые топоры. Из того чувака, которого ты убил, выбил. Угу. Я ценные шкафчики забрал. Ставь шкафчики. Ты? Чё? Закрывайте нет. Двери на тотеме. А краски не было у вас? Нет ни у кого краски? Нет, нет. Дома есть краски. Ага, ладно. Дома это хорошо. Штуки 3 скрасить. Так, а у тебя есть патроны для винчестера? А дерево есть у кого? Дерево, на, есть у меня 240, на, держи. Да, зайди в эту комнатку, которую я создал. Давай, ага. Доделываю сейчас здесь. Кинь верстак. Сейчас, кидаю, держи. Тебе еще мой дом? Нет, доски. Доски нет, надо рубить. Вот. А доски были вроде. Да, есть 20. Нету? Сейчас посмотрю, здесь есть что-нибудь рядом. Блин, шкаф нам срочно надо. Порубить немножко. Ага. Прикиньте, они идут сейчас к своему дому, а здесь у них все заперто. О, нашел, я сейчас дерево принесу. Сейчас все будет. Тоже рубишь хорош? А, ты красную рубишь. Блин, такая паника началась, когда вы зарейдили дом. Ты видишь, в чем прикол? Если даже рейдеры дома, доходишь тотем, авторизируешься, закрываешься и все. Да я не знал, что тут тотем, я просто видел шкафов куча. Сколько тебе надо? Ну давайте сюда. Сколько брови надо? Еще 20. У нас тут 20, по 20 нужно. 20 еще? Да. Кора не надо, мне 11 есть.
Так, где еще найти 20? Печально-то как. Главное, чтоб не пришел никто. Здесь такая, кстати, тихая поляна. Здесь есть животные, здесь есть ресурсы. Вообще мне понравился этот дом. Здесь есть мондиум красный. Это хорошее, хорошее место для дома. Тихое. А не как у нас там. Все бегают. Вы не могли ничего в тачку положить, я спокойно все положил. Закинул, да? Да. Так тогда перекладывай туда все. Тут багаж гигантский? Нет, багаж понятно, у меня почему-то не складывалось. А, кстати, у меня тоже не складывалось, я пробовал, не складывалось. Дерево 17, сейчас принесу. Спокойно. Осталось, вот еще нашел. Сейчас приду, и все тогда будет четко. Мы сейчас тачку скинем. Только минус у нас гаража нету, да, вообще плохо. 24, все нормально? Гараж нам 24, нужно... Да. Мы гараж будем делать, а потом по плану сами знаете, что мы замутим. Угу. Чтобы не палиться, я предлагаю где-то здесь, наверное, или в других местах. Потому что, ну, здесь классно, мне кажется. Ну, да. Потому что здесь вообще глухо. Вообще глухо. Я думаю, тут дом построить после вайпа. Угу. Сюда добежать спокойно, тут может дом построить. И здесь не так место, холодно, да, получается? Тут рядом зима, в том и прикол. Да-да-да, может, здесь переход. Переход, едет, ну. И поэтому и залутанный дом такой получился. И пустыня рядом. И мондиум бесконечно. Все, скидывайте, где тебе скидывать? А, в этот, верстак. Золотой топор, это, конечно, жестоко. Ну, чувак бежал, ты один выстрел сделал, нет его. Так, скинул. Все, можешь сделать. Тут поставь его, окей. Да, кинем у него сейчас, какой лут не сможем забрать. Так, а здесь что? Смотри, ворота же есть для машины даже, нифига. А, я думал, тут тачка будет. Тут нету тачки. Ну, можно нашу здесь хранить. Мы можем здесь жить спокойно. Чего у них на втором этаже, интересно? А чё, давай сходим. Кто-нибудь. Не, останься, Денсову, машину защищай. Вдруг кто придет. Я сейчас гляну второй этаж. Так. Давай, давай. Во втором этаже. Пока. Во втором этаже вообще ничего. Просто они не достроили его еще. Второй этаж пустой полностью. А тут что? Он не достроил. Просто мы... пустой. Мы прям попали в лут, прикинь. Прям где лут был, жестко. Там мы и туда и попали. И не нужно холодильник, мясо нам. Что, чё, возьмем его в хату? Ну да. Возьмем холодильник, да, забери его. Хладоген, если есть, посадим. Хладоген есть. Все, нормально тогда. Тогда что, сейчас едем до дома? Или здесь будем жить? Я думаю, облутать тоже лучше. Так, сейчас компас возьму. Здесь будем жить или... Самое главное сейчас, чтобы мы сюда вернулись. Кстати, да, у меня есть компас, все. Сейчас поедем до дома и все сложим. И потом уже будем думать, что делать дальше. Что делать, во-первых, с другими сишками. Сейчас мы немного перегруппируемся. Что это за хрень наверху дома стоит? Ты можешь закрыть стену, ты, ё-моё? А сейчас? Чтобы никто не зашел. А то как-то палево. Где моя киянка? А то я киянку свою потерял. У меня есть киянка. Да нет, я закрыть могу. Стенку, да, закрыть все? Ну, да, дай камень. Мне, у меня есть сейчас, фундамент, сейчас. Так сюда фундамент просто поставлю. На, я тебе могу так киянку. Давай. Кидываю сзади. Сзади она лежит. Блин, я танцовался. Охренеть. А у тебя все-таки багажник получилось, да? Да, там большой багажник, очень большой. Ну-ка. Место есть. Офигеть, получилось, да. Нет, ну у нас вообще тут нормально все. Все, дом закрыли. Все так вот будет, я думаю. Главное, чтобы тотем был. Ага, я понял. Где тотем? Тотем-то у нас свой. Так, тотем ты здесь оставил. Все, уезжаем. Я думаю, давай. Сейчас самый ценный лут, я думаю, скинуть в инвентарь, что. Ага. О, есть у кого слоты для машины, чтобы сразу. У меня много чего. У меня, да, у меня нету. Я весь под забитку. Доставь себе, чтобы мы приехали, давай, на дом. Ты скинул это, блин. Ты взял машину, блин, машину, говорю, взял. Я понял тебя. Взял, на, заберите тогда, Денсол, на, забери, я сейчас это под машину все освобожу. Так, все. Так, забираю... А, ну все, сколько там останется? Раз, два, три, что, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одно место надо кому-нибудь? А вот, все выкинул. Все нормально, все. Поехали. До дому, ребята, до дому. Три, четыре, пять, шесть, семь. А, компас не берется здесь. Ну-ка, если... Где наш дом? Во! Подожди, у меня три дома показывают, почему. Короче, знаешь что? Сядь в машину, нажми Г. Г? Да, нажми на любую эту фигню. Ага. И отожми ее. И любой предмет в руки бери, короче. Взял, компас не работает. Не работает, да? Не.
Блин, вот с этими колесами куда бодрее. Ну да. Вот, дрифтовые бы еще. Более запаска есть. Ага, запаска еще, ну. Кто-то строится, подлаги появляются. Так, нам надо сейчас аккуратно приехать. И для этой машины давай сделаем чип, все-таки беспонтовый гаражик. Чтобы никто не украл. Потом неохота ходить за машинами. Да. Внизу как, где-нибудь построить. Как она хорошо проезжает всякие эти местности. Собрание, собрание. Опс. Левее, левее. Ладно, можно проехать. Левее? Не-не-не, все, едь. Все правильно. Ну лучше вот так, вот так, да. Все норм. Берем курс, она сейчас и пободрее чувствуется, и пободрее прыгает, и ездит хорошо. Прям самый смак. Оп, берем в гору. Берем. Хотя у меня есть другая идея. Когда мы доедем до дома и все перекинем в дом, я вам расскажу, чтобы никто не узнал. Я думаю, Дейл, наверное, понял. Да, я понял. Раз столько ресурсов есть, то можно просто не париться. Все сделать по красоте. Так. Кстати, вы смотрите на всякий случай на скалы. Ну, там да. Уже направо надо было. Надо было направо? Вот сейчас, да. Ну, вот. Точнее, сейчас понятно. Сейчас понятно. Ремонт автомобиля. Все, садимся. Прямо едь. Садись. Ну, левее чуть-чуть. Вот так? Да. Все, и там нормально. Уже скала. Понятно. Хорош. Понятно. Все так нормально. Так было все задумано. Сейчас развернуться надо. Че я колбасит-то все? Задние колеса. А, они же дрифтовые. Вот ее дрифтит-то во всю сторону. Пересобачивает. Так, едем. Сейчас тут левее наша гора будет, да? Да, уже вот наша гора. Ага. Сейчас здесь я оставляю. Ой-ой-ой. Тотемом где-нибудь построить. Давай построим. Сейчас пустые тут где-нибудь машины. Да-да-да. Нам надо тачку просто припрятать. У нас другой план. Дейл уже понял, какой. А, я понял. Все. Да. Я этот, сейчас это... Че он у меня анимацию делает? Как убрать анимацию? G. А, все. Нормально. Забирай, кстати, все. Забираю все это дело. Забрал. Сейчас до дома идем. Сишки выкладываем и все. Все, сейчас осторожно давай. Да, вот сейчас осторожно, очень осторожно. Пойдем. Вы с Эмками впереди. Это, наверное, хоррор там забавляется. Так, я шотган взял. Нет, его убили. О-оу. Что... Ой, мы немного не туда зашли. Ой, не туда, да. Его убил кто? Блин, а мы из машины лут-то не забрали? Там немного. Там фигня, да. Самое ценное. Так, сейчас аккуратно надо. Писец, как аккуратно. У нас еще подъем такой. Вообще, да, из угла такой, оп, вышел. Анна, его давай не работает, когда один ФПС. О, все, прошло. Прошло. Да, кого там режу, слышишь? Да. Быстрее. Быстрее. Все. Отлично. Фу, ребят, мы добрались до дома. У нас куча лута. У нас все офигенно. Я думаю, пора заканчивать эту серию. С вами был Лего Дэн Соул и Олежа. До свидания. Всем пока. Всем пока.